Молдова и Украина заверили друг друга во взаимной поддержке. Вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе обсудили на встрече в Киеве министры иностранных дел двух стран Дмитрий Кулеба и Михай Попшой. Я хочу запевнити свого колегу публічно. Я хочу публично заверить моего коллегу и всех граждан Молдовы, что Украина и дальше будет защищать не только свои свободу и независимость, но и мир и спокойствие в Молдове. Украина заинтересована в сильной, демократичной, проевропейской Молдове, так же, как Молдова заинтересована в такой же Украине. И мы можем помочь друг другу. Мы благодарны властям Молдовы за убежище, предоставленное 100 тысячам украинцев, выделение гуманитарной помощи. Вдячні уряду Молдови за прихисток 100 тисяч українців, надання гуманітарної допомоги. Глава молдавского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране, внести раскол между румыноязычными людьми и теми, кто говорит на украинском и русском языках. Михай Попшой подтвердил поддержку суверенитета Украины. Молдовians are living today in a state of peace. Молдаване сегодня живут в мире вопреки попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове, использовать своих ставленников, чтобы столкнуть Молдову с ее пути к вступлению в ЕС. Хочу вновь подтвердить полную поддержку формулы мира президента Зеленского. Молдова продолжит наилучшим образом заботиться о 115 тысячах граждан Украины, которые еще находятся в Республике Молдова. И мы рады быть маленькой страной с большим сердцем. We are proud to be the small country with a big heart. В ходе визита в Киев Михай Попшой и его украинский коллега Дмитрий Кулеба возложили цветы к стене памяти погибших за единство Украины.